Привет, друзья! Представляю вам очередное творчество. Значит, на клин Паши Яковлева. Это М390 Бондаренко. Как-то я его попросил распустить кухню и сделать мне клинков. Хотел я мору с М390. И вот он пошел мне навстречу, сделал. Паша уже давно не работает. Не знаю, уже несколько лет. А клинки его продолжают обретать новые формы. Это финка Галактика. Почему Галактика? Потому что у меня вот здесь вот такая вот получилась такой рисунок, похожий на Галактику. Вот. Значит, ручка была вот такая вот, картинку я ставлю. Значит, это из палисандра. Очень хорошее дерево, приятное. Значит, ну, целиком, кроме... Вот. Значит, получилось достаточно громоздкое. Вот я начал, намудрил с этим грибком и, в общем, испортил его. Долгое время так я его не знал, что с ним делать. Он вроде удобный был, но некрасивый. И, в общем, пришло время, я его расколошматил и сделал новую ручку. Значит, новая ручка у нас... значит, я оставил вот эту галактику, вставку из кориана. Да, кориан, по-моему. И добавил... Латунки тоненькой с фиброй и орстекла, мне нравится, когда он блестючий. И у меня здесь такая текстолит, он же микарта по-модному, мне нравится полированный, хоть он и скользкий. В общем, вот такой вот красивый получился. Он становится белесый, если его протереть маслом, он становится более темный. Вот, пин у меня вышел не посередине, но, собственно, это не проблема. Я знаю просто, почему я это сказал, потому что я знаю, что многим нравится, чтобы пин был посередине, но мне нейтрально, мне как бы и так хорошо. Поэтому я в этом не вижу проблем. В принципе, получилось достаточно удобно, достаточно аккуратненько. Значит, у меня есть финка Паши Яковлева, у него грибок побольше, конечно, здесь он получился у меня более плоский. Вот. Но, в принципе, тоже хорошая такая рабочая штука. И за что меня Паша всегда ругал? За то, что у меня клинки чуть задраны вверх получаются. Здесь тоже я не ушел от этого. То есть у меня чуть-чуть ручка так вот. То есть клинок получается чуть задранный. Но, опять же, мне так нравится. Вот, надеюсь, было интересно. Вот такая вот штукенция получилась. Вот, нормально сели в нужные откалады.